Всем привет, с вами Равинор, и сегодня я продолжаю играть в игру под названием Mountain Blade Предсказание Пендора. Так, ну давайте-ка обследуем территорию. К примеру, посетим Янос. Как бы не посетим, а пройдем вокруг него. Вот. Янос. 600 с лишним человек, плюс различные лорды. О, ух ты. Ну-ка, посмотрите. Кошмар, как их там много. Вот, собственно, моя территория. Что же с замком Савадор? 300 человек. Так. В принципе, это место в дальнейшем я и надеюсь захватить. Но мне трудно. Вот некоторые бойцы готовы к повышению. Вот, имперский пикинёр. Пехотинцы. Геврейнджер. Пехотинец. Два пехотинца. Рейнджеры. Гладиатор. Лучник. Герой-авантюрист. Ну и все. Вот Итос. Итос. Что там в Итосе у нас? Так, надо разместить гарнизон. Давай, ты сюда. Ты сюда. Ты тоже. И ты. Ну, так хватит. Посетить таверну. Ну-ка. Что там у нас? Брунгильда. Так, не то. Я хочу продать всех своих пленников. Они общей стоимостью в 3000. 254 динара. Привет, дворяне. Отлично. Ухожу. Ух. Так. Помогать я не стану. Ух ты. Но меня это не касается. Так, куда бы мне направиться? Вот, Валвин. Так, надо посетить щит шторма. И собрать войска. Так, рекрут. Вот, наберу рыцарей Равенстерна. Ну, пожалуй, мне их хватит. Ну, пожалуй, еще возьму авантюристов-героев и рыцарей Льва. Вот рыцарь Льва, бессмертный, нет. Ну, пожалуй, хватит. Сюда, рыцарь анаконды, в самый верх давай. Авантюристы-герои тоже наверх.
Вот так вот. Хоть это и не отряд моей мечты, но это лучше, чем всякий отстой подобный. Ну вот, меня на 124. Тут я могу набрать. Так. Осадить замок. Так, нет. 90 часов осадная башня? Не пойдет. А тут что? В Альмере. Так, что у него тут? Рыцари? Много. Много гладиаторов, катафрактов, бессмертных. Нет, он сильный сейчас для меня противник. Вот, новобранцы. Авантюрист. У него нет пленников, поэтому я не хочу на него нападать. Я надеюсь, он не пойдет в Альмеру. Вот он тут путешествует. Ох ты, Эмер. Эмер. Вот, сюда мне надо. Сарен надо. Стоит лорд Алус. Ух ты, какой у меня доход хороший. Вот это, этого надо догнать. Рыцарь звонкого призыва. Отлично, поймал. Это моя элита. Это нехорошие люди. Даже? Ох ты, какой у него меч хороший. Рунный меч. По-моему, самый сильный из мечей в Пандере. Вот так тебе. Так, стоять, ребятки. Так. Продолжаю. Урона нанес. Бандюган, он силач. Он пробил меня. Надо набрать армию из рыцарей разбойников. Я так считаю, это неплохая идея. Хотя авантюристы героя намного лучше. Так, авантюристка. Сквайр разбойник. Нет, не буду брать. Вот, возьму это. Так, еды нету. Еды. Так. Я, пожалуй, отправлюсь в щит шторма и скину все, абсолютно все ненужные войска. Сначала я лучше наберу все-таки армию, а потом начну осаждать их. Авантюристы-герои, рыцари льва, имперские, ой, рыцари Равенстерна. Так, кто тут еще? Гладиатор, арбалетчик,
Вот рейнджер. Вроде все. Я так понимаю. Сорок семь человек в защите. Так, у меня были задания. Так, еду надо купить. Припасы. Яблоки. Это в продажу все. Всегда хотел себе такой шлем. Ага, понятненько. Да, еще сметанку возьму, мед. Таверну. Так, наемников тут нету. Конечно, жаль. Так, что за возможность? Три беженца. Нет, мне беженцы не нужны. Меня звали Всарен. Так, говорить со старейшиной. Hail and well met. Так, рыцари рассвета потребовали, чтобы мы возвели. Так. Что-то я не понял. Ой, я накосячил. Не умею я управлять деревней. Yes. Well met. What can I do for you? Так. Так. Я чуть не понял, я чуть прям такой большой гад. Видимо, так. Так. Ух ты. Так, это свои, а это чужие. Злодеи. Злыдни. Может на них напасть? Так. Вот, король Ульрик. Поговорить с ним хочу. Стой, Ульрик. Мне надо с тобой поговорить. Да пожалуйста. Так. Ясно. Кто у них там? Секирщики не сильные. Вот, арбалетчики, их стоит остерегаться. Конечно, я бы на них напал, но у него нету пленников. Блин, зря я так далеко ушел от своего дома. Очень зря. Стоит возвращаться. Ух ты, еретики. Сколько их там? 60 магнус. 8 демонических магнусов. 4.
Зато у него куча полезных воинов. Поэтому я на него нападу. Стой, стой. Ага. Стоять. Ну, прощайте. Так, нет, компаньоны за мной. Ну, давайте, подходите, ребят. А вот и демонический Магнус. А, нет, это просто Магнусы. Что издали не покажет. Ох ты, промахнулся. Так, давайте бить их. Гад. Вот так вам. Проклятая нежить. Самые сильные воины из них выходят. Опа, вот, пошли. С тобой что, мужик? Нет, нет, вы не думайте к моей армии приближаться. Ох ты, как красиво. Давай, подходи. Давай. Вот так вот. Проклятые еретики. Так, я не понял. Просто Магнус. У тебя там демонического нет? Ох ты, здоровчик. А ну стоять. Ага. Вы уж, ребятки, извиняйте, но тут ничего личного. Просто вы имеете то, что мне нужно. Га, ты не пытайся меня убить, проклятый еретик. Здорово. Так, кто сильнее?
Здорово. Так, потому что лошадь. Так, здорово. Пока. Спи крепко. Ага. Вы куда пошли? Проклятый вон Скерри. А ну стоя. Скот. Ну, ребята, вы добьете, а я пошел вас защищать. Вот так. Так, стоять, стоять, стоять. Ах ты. Ну, ребята, короче, все в атаку. Так, верно, правильно. От главной опасности избавился от демонических магнитов. Теперь можно и не садиться. Так, а ты что тут? Всем охренели, а, гады? А ну, стоять. Ну давай. Ребята, я не понял, я вам дал команду атаку или не дал? Ребята, вы чё стоите-то? Ох ты. Вместе с лошадью, да? Это супер удар. Неужто это все? Нет, это не все. Наемный воин. Ох ты, промахнулся. Вместе с лошадью. Забил невинную лошадь из-за него. Я хочу себе такую лошадку, только чтобы она была быстрой. Один сбежал. Рейдер. Трус. Во, сколько у меня. Ух ты. Ух ты, воин падших. Ух ты, смотрите-ка. Перчатки самого демонического Магнуса. Для нее требуется 35 силы. Я единственный, кто может ее, наверное, носить. Я, конечно, извиняюсь, ребята. Воин Пандора. Ух ты, у меня, по-моему, первая благородная авантюристка. Вот, я хотел проверить характеристики. О, нет, не его.
вот этого. Расскажи мне о себе. Слабак, шлак, его можно выкидывать. Еще иметь минус 1 очко умений. Ладно. Давай наверх. Вот сюда. Все, я возвращаюсь обратно. О, все, капец. Империя Дешар теперь имеет союз. Опа. Итос. Так, в принципе, воины у меня неплохие, я гляжу уже. Легионер. Так. Еду надо, еду, еду, еду. Вот, еда. И таверна. Так, привет, Сифт. Ух ты! Нет, не то. Я думал, мне рыцари разбойников сейчас подсунут. Ой, этих рыцарей рассвета. Yes. Well met. What can I do for you? Джимми три пальца. Интересно, что за возможность? Валандрии сундук с сокровищами. Так, разместить гарнизон. Рыцари разбойников. Героя. Гори горца. Вот этого. Вот этого. Ну, вроде. И. Спрошу, не хочет ли? Нет, я думал, они смогут ко мне присоединиться. Мне надо качать убеждение. Ну ладно, я подхожу к концу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Ну что, ребята, всем пока.